Короче, суть концепта в том, что они не просто получают урон, но еще на несколько секунд они начинают страдать от холода. Ну, по сути, это отравление, только сильнее. По 2 единицы урона, а не по одному, как обычно. И это классно, клево, интересно. Для начала игры самое оно. Не забываем подписаться на канал, нажать на колокольчик, позвать друзей и зашерить видео в социальных сетях. После этого вам нужно отправиться в самое главное место. Это ледяной биом. И взять с собой кирку, дрель или что у вас там есть. Дальше, обратите внимание, здесь есть два основных блока. Снег и лед. Вот вам нужен один блок льда. Наковаете его киркой или чем-то таким. Дальше, берите топор, ломайте древесину. Вам нужно 10 блоков древесины на постоянной основе. Один раз потратите и забудете. Еще два блока древесины. Один блок льда. Здесь же давайте наковыряем камень. Самое, что есть обычный. Правда, это поискать здесь надо. Давайте наковыряем блок льда. После этого готовим наш меч, убиваем слаймов, которые бегают на поверхности в любом биоме. Получаем один гель. Все, больше нам ничего не надо для полного счастья. Так, после этого, значит, крафтим рабочий столик, потратив на это 10 древесина. Кладем, ставим рабочий столик здесь. Дальше делаем деревянные стрелы. Раз. Делаем обычные 3 факела, 2. Делаем ледяные факела, 3 штуки. Дальше, после этого у нас появляются опции и возможности сделать себе 20 ледяных стрел. Ну, собственно говоря, все, пользуйтесь. Только учтите, что если вы используете лук, луки бывают, которые могут накладывать другое зачарование, которое будет перебивать ваше зачарование на заморозку. И слаймов убить таким макаром — это совершенно бесполезная тема. Понял, принял. Все, больше вопросов нет. Не забывайте подписаться на канал, ролики выходят каждый четверг, пятница, суббота, воскресенье. Все ссылки в описании, жду вас там. Также у нас есть сайт geroncraft.ru, в котором теперь есть раздел с террарией, где можно скачать мои миры и много всего остального, связанного с террарией. И это классно, клево, интересно. Также вы можете зашерить видео в социальных сетях и подписаться.